Современная женщина в 45 лет вполне может выглядеть на 30. Это нетрудно, не разорит бюджет и не заставит пойти на жертвы. Как? Просто при покупке одежды стоит учитывать некоторые правила. Делимся. Предлагаем несколько заповедей формирования гардероба. Первый совет. Чтобы выглядеть свежо и молодо, используйте яркие оттенки. И несмотря на это, лето, осень, либо зима. Мешковатая одежда, плохо сидящая на вас, вопреки устоявшемуся стереотипу, не скрывает недостатки фигуры, а наоборот, прибавляет вам лишних килограммов, а с ними и лишних лет. Поэтому выбирайте модели вещей, которые сделают силуэт более очерченным и изящным. Наиболее выигрышный вариант – облегающие платья, подчеркивающие талию. Можно носить спортивную одежду, если вам позволяет, конечно, фигура. Ее можно сочетать и с кедами, и с кроссовками, и с каблуками. Это сейчас актуально. Если вы следите за модными трендами, то наверняка заметили, что кроссовки остаются любимой обувью модниц по всему миру. И если вы еще не в числе их поклонников, то советуем вам скорее исправляться. Ведь они не только выглядят стильно, но и добавляют образу расслабленности и молодежности. Хотите выглядеть молодо? Смело носите яркие выразительные аксессуары. В этом образе представлены все самые яркие и топовые тренды этого сезона. Это широкие рукава буфы, это трикотаж осень, красивые пуговицы цвет кэмел, который сейчас в самом топе, и яркие аксессуары, это цепь на ремне, это небольшая сумка и опять же тоже цепь. Джинсы – универсальная вещь гардероба. Но мало кто догадывается, что определенные модели могут делать вас моложе. В числе таких – беспроигрышные джинсы скинни. Они визуально стройнят, прямого кроя с завышенной талией выравнивают силуэт и скрывают несовершенство фигуры. А модные джинсы клёш делают образ оригинальным и изящным. Дорогие друзья, не бойтесь экспериментировать. Используйте яркие краски в одежде. Ведь жизнь так коротка для того, чтобы носить скучные, грустные вещи. Покупаем яркие вещи и выглядим смарт. Радуем людей и радуем себя.